Ситуация вокруг Дворца культуры «Салют» на слуху уже не одну неделю. В интернете жители столицы высказываются как за, так и против стройки в юго-западном районе. Сейчас площадь перед ДК выглядит так. Котлованы вырыты, но рабочих и техники не видно. Чиновники поясняют, строительство все равно быть. Насчет разрешительной документации могу сказать, что она всеми согласованными службами, и нарушений предоставления земельного участка под строительство не установлено. На площади перед Дворцом культуры появятся новые магазины. Главный архитектор города отмечает, портить вид и загораживать Дворец культуры они не будут. Более того, предприниматели предложили благоустроить территорию. Они предложили эскизный проект реконструкции фасада ДК «Салют». Это, конечно, по сравнению с тем, что сейчас есть, это будет намного лучше. Плюс еще за ДК «Салют» будет сделан игровой комплекс. Тоже за счет предпринимателей. То есть ориентировочная стоимость их вложений в благоустройство данной территории где-то в районе 2 миллионов рублей.